В течение 15 минут получаса. Даже слон погибает из часа за трех, в зависимости от своего размера. Если она, конечно, кусает его за пальцы ног, либо за хобот, это такие уязвимые. Кстати, это кобра каннибал, она питается только змеями, съедает свое потомство. Ну, аплодисменты! Ну что, на этот раз пожелающие есть или нет? Или опять завтра в 7 утра? Вот это было страшно, да. Приколись. Нет, это шутка, Борис. Так. Это шутка, Борис, шоу. Друзья, идите в Индусы, двойная туза на 100 лет. На этом наше шоу.